Подвели итоги работы в 2020 году и в Протокском сельском поселении. На отчетной сессии совета побывала наша съемочная группа. С подробностями мои коллеги. Год был сложным и необычным. Именно так могли бы охарактеризовать 2020 год жители Протокского сельского поселения. Несмотря на определенные сложности, связанные с пандемией коронавируса, все основные цели и задачи были выполнены. Как доложил в своем выступлении глава поселения Владимир Симоненко, в местную казну удалось собрать почти 50 миллионов рублей, что на 11 миллионов больше, чем в 2019 году. Среди основных статей расходов – благоустройство и ремонт дорог. Губернаторский, Бараниковский, был произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Также по краевой целевой программе с участием бюджета поселения выполнен капитальный ремонт с асфальтобетонным покрытием поселенческих дорог на общую сумму 6 миллионов 273 тысячи рублей. Это, как вы обратили внимание, тротуар по улице Мира в хуторе Семисводном протяженностью 1 километр 136 метров, улица Водозаборная в хуторе Бараниковском, улица Кубанская в хуторе Бараниковском и улица Северная в хуторе Нищетимовском. В отчетном году за счет средств местного бюджета были построены и введены в эксплуатацию два газопровода низкого давления общей протяженностью 587 метров, расположенных в хуторе Бараниковском по улице Набережной и Комсомольской. Решался вопрос и с водоснабжением населенных пунктов. В хуторе Семисводном установлена новая водонапорная башня. В хуторах Семисводном и Нищегимовском произведена замена водопроводных сетей протяженностью более 2,5 километров. Большой объем работ был выполнен по освещению улиц, ремонт учреждений культуры, строительству спортивных площадок. Одно из главных достижений – в поселении отремонтирована кинобудка. В этом году ее оснастят современным оборудованием, и жителям не придется ехать в районный центр, чтобы посмотреть кино. Все работы выполнены за счет поселенческого бюджета. Глава района поблагодарил руководство поселения, а также местные предприятия, оказывающие финансовую помощь, и жителей за активное решение социально важных вопросов. Также в своем выступлении Роман Синеговский рассказал о том, что удалось сделать в районе за последнее время и планах на будущее. Какие объекты мы построили? Три детских садика Славянские на Кубани, номер 1, номер 17 и номер 41 поселка Совхозного, ввели дополнительно 140 мест. Построены универсальные спортплощадки в хуторе Голицыне и в Бараниковском, современный спортивный зал на территории лицея номер 4, где проходят уроки физкультуры, занятий секции. С губернатором проговорили вопросы, уже выделено финансирование, будем строить новый детский сад на 320 мест в городе Славянске на Кубани. На этот год у нас чуть больше, чем 100 миллионов рублей денег выделено. Построить универсальную спортивную площадку на территории манежа «Олимпиец». Выполнить планируем капитальный ремонт административного здания на стадионе «Колос» хутора Бараниковского. Здесь у нас выполнить капремонт амбулатории в поселке Забойском. В конце встречи жители смогли задать интересующие их вопросы. Все озвученные проблемы взяты на контроль для дальнейшего решения. Заслушав доклады выступающих, депутаты сельского совета вынесли решение. Деятельность администрации и главы Протокского сельского поселения в 2020 году признать удовлетворительной. Отчетные сессии пройдут во всех поселениях района. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».